По-моему, это самый масштабный скам вообще за всю историю игровой индустрии последнего времени. Когда челики собирают миллионы долларов и выкатывают вот это. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и это Friday Night Funkin, 8-я неделя, которая вышла спустя, получается, 2 или 3 года, и спустя 2 миллиона долларов, примерно, по-моему, да, если я не ошибаюсь, собранных с подписчиков. Правильно же говорю? 2 миллиона, ну даже если один, это все равно дофига, я думаю, вы сами понимаете. Я вам так скажу, я не буду темнить, я немножко подсмотрел, что там меня ждет, и я крайне разочарован. Вот без шуток, вы и по названию видео это поймете. Да, обо всем по порядку, что тут, ставьте лайк и погнали. Игра хоть и вышла говном, судя по всему, но мне поставьте лайк за то, что я в этом участвую. Поехали, хард. Тут эти кнопочки, сейчас надо будет вспоминать эти стрелочки. Когда последний раз выходил FNF у меня? Так, вот мы видим катсцену. Катсцена по качеству, в принципе, ну ничего такая. Ну ничего такая. Но, понимаете, не за 3 года и 2 миллиона долларов. За 3 года и 2 миллиона долларов я тут ожидаю, на самом деле, уровень какого-нибудь Пиксара или типа того. Ну, в принципе, катсцена и катсцена. Че, у меня к ней претензий нет. Так, у нас тут Пика видит девочку с ножом, очень боится. Вспоминает, как батя говорит, что нужно убить бойфренда. Да. Ну, то есть это нам предысторию, как бы... Все, спели песенку, да? Ага. Похмурились. Так. Ой, бедный танк. Ну, короче, да, чтобы мы совсем уже... Разрабы понимают, что они немного подзадержались. 3 годика все-таки это не 2 и даже не 1. Или сколько там? 2 годика это не 1 и не полгода. Поэтому, как бы, уже все позабывали, какого черта там происходило. Да? Я, например, точно. И вот мы бежим, прыгаем, значит. Прорываемся сквозь и получаем по роже. Сколько денег ты с нас собрал? Это донатеры только что ему врезали металлическим щитком, нет? Бежит дальше. Ой-ой-ой. Ну давай, стреляй. Ага. Хорошо, влетело по морде, да? Бабах. Так. Какой-то знакомый типок. Он был, по-моему, мне кажется, в оригинальной игре. Вроде как. Ну поехали, что ли? Начинаем с песенку, да? Что ты там поджигаешь? Ничего себе. Блин, я, кстати, сейчас справлюсь. Я вот на харде начал. Может, это было опрометчиво? Ой-ой-ой. А почему у меня... Подождите, а почему у меня... Ну, давайте тогда на такие кнопки будем. Все, я проиграл. Retry! Вот я вообще уже разучился, понимаете, в это дело играть. Сразу могу сказать, что мелодия, в принципе, как мелодия. То есть... Она у меня не вызывает никаких чувств, ни позитивных, ни негативных. А когда я вспоминаю сроки разработки и ее стоимость, как бы... Скорее негативных, наверное. Пердеж какой-то просто, по большому счету. Ага. Ой-ой-ой! Скатываюсь. Гёрлфренд местная неплохая такая, конечно. Ну хорош, ну что, я пока держусь еще, смотрите, еще не все просрал. Еще не все, что мог, просрал. О, ничего себе, это быстро тут этот процесс идет. Так, надо. Блин, ну это, слушайте, это будет жестко. Так, я пока еще почему-то жив, не знаю. Блин, ну это первая же песня, ребята. Вторая, третья песня меня просто уничтожит. Понятно, я понял. Так, ладно, переходим. О, интересно. Переходим на нормал. Я не собираюсь над этим говном задрачиваться. Мне делать больше нечего. Смотрите, как сразу хорошо дела пошли на нормале. Вот так и надо было сразу начинать. А то я, что я дурак, полез вообще туда, в эти харды в эти. Кому не нужны эти харды? Да и музыка, честно говоря, ну... Какая-то фигня, по большому счету, я не знаю, мне... Что-то вот эта песня меня абсолютно не вставляет. Мы, конечно, подождем. Пока что это уровень очень средненькой модификации на Friday Night Funkin, просто скачанный с этого сайта, да? Newgrounds или как? Нет, я не помню. Game Banana, вот, Newgrounds это мы сейчас играем, да. Путаю уже. Вот. Конечно, 3 года. 3 года или сколько мы этого ждали, это потрясающе просто. Ну, я не знаю, я только на одно надеюсь, что я, когда мельком просматривал, в чем тут прикол, я пропустил какой-то невероятный поворот просто. Вот на это я только рассчитываю. А так все очень пока плохо, на самом деле. Так. Все, вернее так, все очень средненько для модификации.
и все очень плохо для проекта такой стоимости и такой длительности по изготовлению. Так. Я вообще хотел бы посмотреть, на самом деле, вот на лицо человека, который донатил в это. Который был одним из тех, кто вложился в эти 2 миллиона долларов. Потому что я-то человек умный. Я туда не донатил. Я на этой игре только заработал за свою жизнь. А вот есть же люди, которые реально донатили, и донатили крупные суммы. Я хочу посмотреть, что они думают, мне интересно. О, о. Так, еще, еще одна пердежная песня чудесная, да. Так, поехали. Ага, па-па-па-па-па-па. Давай. Вот это сразу мелодия прям чувствую. Не то, что там был фанаты там делали какую-то божественные саундтреки, треки какого-нибудь или божественный Биби Пансу, который. Но они все просто сейчас посрамлены, да? Потому что у нас же пердят микрофон. Вот это музыка, я понимаю. Ага, так. 3 миллиона, 2 миллиона, 10 миллионов, мало миллионов, давайте еще нам больше миллионов, да, вот эта музыка, да, ох-ох-ох-ох-ох, офигенно просто. Да, и уже видите, уже даже я, ну, на среднем уровне сложности, я не могу пройти эту срань. Ну, тут уже, кстати, моя вина, у меня просто руки кривые, я разучился играть в эту игру, я признаю. Но просто когда вот такой понос слушаешь, мне как-то и не особо-то охота на самом деле учиться. Не то, чтобы это очень было важно для меня сейчас, да. Ага. Ну поехали, попробую еще раз. Может мне повезет, и наконец-то эта girlfriend вот эта на колонке прирежет этого пику, и все на этом закончится. Скорее будет. Ага. Вот эта песня, вот эта песня бы. Ребят, я думал, прошлая песня, как бы, ну такая, ну окей, но вот это вообще, это какой-то, это вообще шикарно. Вспомните такие замечательные моды, как Sunday, Tricky, там, я не знаю, My Little Pony, там, от Биби Панса. Какая там была музыка? И что мы слушаем сейчас за кал, за каловый понос, я извиняюсь, я просто... Па-па-па-па. Так, я так понимаю, по песенке в год сочиняли. Тут же 3 песни будет, да? Ага. Ага. Да-да. Ладно, я помолчу пока. Я помолчу, мне надо сосредоточиться. Давай-давай. Потому что нам еще одну великую песню слушать, как бы, поэтому... О, вот здесь. Вот на этом месте. На этом месте можно немножко выправиться, да? Ага, ага. О, хорош, я прошел вторую песню, Господи Иисусе. Ладно, давай, поехали. Ну здесь. Ого! Это еще одна совершенно, по-моему, каловая песня, я не знаю, ну, вот мне абсолютно не нравится, вот честное слово. Ну, это же прям... Ну, хоть, ну ладно, чуть-чуть получше стало, но хоть какие-то тут дополнительные инструменты, помимо его пердежа этого осла, вот хоть добавились, и то рано. Но все равно, ну это какое-то говно, я не знаю, но были песни намного лучше сделаны бесплатно, представляете себе, просто фанаты садились и бесплатно делали. Где какие-то эпичные персонажи? Он хотя бы в какое-то говно превратится, нет? Он же должен это, все должны превратиться в говно какое-нибудь. Ага. О, так, я сейчас помру. Ребят, я если помру тут много раз, я пойду в комьюнити гейма смотреть. Он уже, наверное, прошел 200 раз это все, я думаю, Я не собираюсь тут сидеть страдать над этим. Вот над этим недоразумением. Ну серьезно. Ага. Так. Ага. Замечательно. Замечательно поет просто. Луча на повороте. Ага. Так. Да. Не, реально, 3 года разработки было или 2. Хотя, знаете, тут даже если бы он был один, это уже как бы, ну... Тут уже это оправданий найти невозможно абсолютно никаких.
Это, по-моему, это самый масштабный скам вообще за всю историю игровой индустрии последнего времени, когда... Когда челики собирают миллионы долларов и выкатывают вот это просто какой-то уровень запредельного кринжа. Я даже не знаю, что тут сказать. Какой же я молодец, что я никогда не донатил в эту срань. Так, ладно, я пошел на комьюнити гейм. Так, вроде бы вот оно, да? Ага. Ну да, вроде бы эта песня была, я не знаю. Тут все песни сопровождаются этим коричневым звуком, поэтому я их не то чтобы очень различаю. Ну окей, поехали, короче. Па-па-пара-п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 а. Ага. Ну вот я сейчас могу, ну, сосредоточиться, и как бы, ну, музыка говно. Просто, ну, просто срань какая-то. По сравнению, я еще раз говорю, процент мелодичности людей, которые бесплатно все это делали, понаделали огромное количество гораздо более талантливых модов просто в разы. Это даже, ну, это всерьез воспринимать даже невозможно. То есть, если бы я это просто скачал, как бы без вот этого всего. А, новое обновление официальное. Вот если бы я это просто скачал, я бы это тут же удалил. Мне только вот, ну, катсцена, я бы отметил, классную катсцену сделали, ребят. Да. Но и то, я бы даже учитывая, что я сделал либо бесплатно, я бы такой сидел, ну, типа, класс, ну, прикольно, да, ну, зашибись. То есть здесь я даже какого-то эпичного персонажа не вижу, да? Он появится, может, я не знаю, может, нас он ждет впереди. Тогда насчет персонажа возьму свои слова назад, но... Я все это время вижу три вот эти рожи. Они абсолютно никак не меняются, ничего не происходит. И очень невыразительная музыка. То есть первый трек оказался еще самым лучшим, по-моему. Сравнивая с вот этим всем. Так, все, вот, что-то новенькое начинается. Да, давай, пожалуйста, я вас умоляю. Какой-нибудь новый экран, какая-нибудь новая перспектива в битве. О, о, вот. Вот, так, хорошо. Ну, нормально, вот уже неплохо. В принципе, $1000 из 2 миллионов отработали. Вижу, вижу, да, постарались. Так, уже прогресс, уже прогресс. Подождем еще 20 лет, и все остальные тоже будут освоены бюджеты, да. О, вот, пошел новый экран. Они бьют друг друга. Так, окей. Пау-пара-па-па. Пара-пара-па-па. Па-па-пара-па-па. Пара-пара-па-па-па. Так. Угу. Музыка говно, все без изменений, что я могу сказать. Я не знаю, мне вот как-то вот совершенно вот ни одна мелодия не понравилась. Такого раньше не было. Когда обычно я играл вот в фанатские игры, всегда было такое, что какая-то мелодия нравится больше, какая-то меньше. Одна практически всегда стабильно вызывала позитивные эмоции. Тут просто что... Может, это не мой стиль музыки, не знаю. О. О, пошло какое-то фортепиано. У меня небольшие надежды появились. Может быть, что-то из этого вырулит. А может быть и нет. Может быть и нет, не знаю. Да. Это выглядит как скачанный какой-то... Вот знаете, вот саундтрек. Так, знаете, вот... Вот есть стоковые изображения, да? Вот которые такие, ну типа... Под любые случаи подходят. А это как какая-то музыка, скачанная из, не знаю, бесплатной библиотеки Ютуба. Или типа такого. То есть здесь уже даже без звука. Здесь они просто друг друга мутузят, они даже не кряхтят там как-то забавно. Что было бы, наверное, неплохо, да? Просто идет музон какой-то из... Реально, вот музон, условно, а-ля бесплатной библиотеки Ютуба. И под это дело они друг друга коцают. И какая-то сидит там, качается на заднем плане. Пародия на Girlfriend'у, да. Понятно. Ну, феерично, феерично, что могу сказать. Это блистательное, конечно, обновление. Я сразу говорю, если кому-то это понравилось, даже не думайте пытаться меня переубедить в комментах. Если вы реально считаете, что это игра, которая стоит 2 миллиона долларов в 3 года разработки, вы такой лох в геометрической прогрессии без обид. Вот вам прям вот, вас прям бери просто и разводи. Вот сам, я вот честно, я хотел бы очень посмотреть на людей, которые 10 тысяч долларов, например, задонатили. Ну, мне кажется, такие были. Кто-то, может, и побольше задонатил. Там же донатов-то много принималось. Угу. А по итогу, на самом деле, мы можем зайти просто на сайт Game Banana и скачать 150 модификаций за 10 минут, которые будут лучше во всем. В музыке, там, я не знаю, в персонажах интересных, в пересечениях миров каких-то других, там, я не знаю. Что хочешь пони тебе? Хочешь тебе, там, я не знаю, какие-нибудь клоуны безумные с дорожным знаком в руке? Цель. А это кто? А, Йофан. Снова друзья.
Да, да, снова друзья. Мы с разработчиками снова друзья. Мы забудем, что они нас обули на несколько миллионов долларов. Короче, заканчиваю смотр этого позора. Кликайте сюда, здесь что-нибудь получше будет, я найду, короче. Переходите, если это видео понравилось, и это тоже понравится, кликайте, не пожалеете. Всем счастливо, удачи, пока, увидимся вот тут.